ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Мы сейчас слушали прекрасную песню в исполнении Марины Рогоза. Она у нас многодетная мама и, конечно, видимо, свое творчество посвящает детям и
семье, да, очень, очень много. Марина, вот эта песня очень похожа на какое-то назидание, завещание, что ли, воспитание. Скажите, как у вас пришла такая идея вот детские песни писать? Ну, наверное, ну, здравствуйте, во-первых, здравствуйте, зрители. Наверное, скорее всего, по необходимости. Ну, то есть дети росли, дети появлялись, дети росли, и хотелось как-то их чему-то научить доброму. Когда я писала эту песню, у нас было две дочки и два сыночка. Угу. И припев, он так и у меня звучал. Две дочки, два сыночка. Угу. Вот. Но когда родилась третья дочка, я этот припев немножко изменила. Я написала «Три дочки, два сыночка». И вроде все тоже в рифму и складно. Но когда родилась четвертая дочка, песня была уже совершенно нескладная. И, в общем-то, пришлось переделать на «и». И она такая стала общая песня. То есть каждая мама, в особенности, наверное, многодетная мама, прослушав вот песню вот эту, она может ее, наверное, как бы включить своим детям, сказать: «Вот, дети, я вам или пою». Или сама спеть. Да, или сама, может быть, выучите спеть. Угу. Вот это было бы приятно. Здорово. Хорошо. Расскажите, где вы живете? Как живете? Мой муж, он сам из Краснодара. Я сама из Подпорожья. Мы встретились в Петербурге. Здесь, в Петербурге, мы создали семью, воцерковились. И у нас стали появляться дети. В общем-то, мы зародились в Петербурге, но потом, в общем-то, было сложно, наверное, нам духовно. Духовно было сложно в Петербурге. И мы уехали в тихое место. Обратно ко мне на родину, в Подпорожье. Ну, родные стены. В общем, говорят, родные стены, так и остановились там, так и живем. А как у вас домострой дома, да? Как вы там живете? Ой. Дети приобщаются к православию, к культуре, да? Ну, конечно. Сейчас у нас родился совсем недавно 7-й малыш. То есть мы совсем огромная семья стала. Да, сейчас ему 3 месяца. Ну, наверное, конечно, я не скажу, что все просто, мы православные, да, дети чуть ли не святые ангелы. Нет, это, конечно же, огромный труд, в первую очередь. То есть это упование на Бога полностью. И, Господи, дай терпение, дай сил. И, в общем-то, даже своим примером детей не ввести в искушение, можно так сказать. Ну, дети, то есть каждый, ничего видеть, да? Ну, каждодневный, наверное, труд. Каждодневный труд. То есть мы встаем, молимся, и пошло-поехало. У кого уроки, у кого музыка, у кого художественная школа. То есть дети разносторонние. Стараемся. В храм вы, да, вместе ходите? Стараемся. В храм ходите вместе, да, все? Конечно. В храм прямо ходим. Вся семья, нет, человек? Нет, к сожалению, у нас такой нет возможности всех. Ну, чисто вот духовно, наверное, будет тяжело, потому что хочется и помолиться в храме, а не отвлекаться на каждого. То есть мы ходим по двое, по трое. То есть дети ходят через неделю. Сегодня трое одних, на следующей неделе трое других. Вы сами поете, да, в храме? В храме. Но я сейчас временно ушла с клироса, но у меня дочка. То есть вот эти цветочки, они все-таки распустились. И дочка Ульяна, старшая, она у нас регент храма. Это очень радостное вообще событие. Вот она сейчас закончила 9 класс. Для нас это просто вот не зря, можно сказать, эти 9 лет. Мы ее... О, какой 9 лет? 16 лет уже. 16 лет. Вы же путаете своих детей. Не зря, в общем-то, растили, можно сказать. Не свернула пока. Слава Богу. Слава Богу, слава, да. Богу. Споете нам что-нибудь еще? Да, такие с удовольствием. Такие теплые лирические песни. Спою песню, которая называется «В день воскресный». Скорей, малютка, лень, отбрось души.
Божьим стой тихонько, не шуми и не балуй. Подойди к иконе робко, Божью Матерь поцелуй. Подойди, малыш мой робко, мамочку Бога поцелуй. Свечи мы поставим вместе, Господи, если у меня в детстве была бы такая песня, и по утрам бы мне мама бы пела. Да, ну, наверное, было бы детям легче. Да, наверное, подниматься... каждому ребенку можно такой диск и ставить с утра как назидание тоже на будущий день. Ну, на самом деле, наверное, для этого она, в общем-то, у меня и сочинялась. Это вот эти все это песни, они... Процесс, да, да? Воспитатель, это все вот в процессе. В процессе воспитания, в процессе воцерковления нашего. То есть вот эти песни так и рождались. А дети поют с вами, подпевают как-то? Они, ну, конечно. Они наизусть знают, наверное, конечно. Все уже песни ваши. Все знают. Есть и некоторые вы песни, все да. Все вместе и начинаете петь. Да, бывает просто вот «мама, спой, мама». Да, прям так? Да. Ну, хочется им, конечно, послушать иногда. А сами-то они сочиняют что-нибудь? Ну, у нас сын старший, вот сейчас вспомнила, когда ему было полтора года, он у нас заговорил. И заговорил сразу стихами. «Моя мама шла по дороге и поливала свои ноги». Я думаю, почему ноги поливала? А я тогда ведрами воду носила. Наверное, вода капала на ноги. Ну, а сейчас что с ним? У нас старшая девочка, вот Ульяна, которая регент, она сочиняет. Но она стихи, она песню как-то не сочиняет, а вот стихи у нее получаются очень даже неплохие. Вот. Двое художников у нас хорошо рисуют. Ну и двое музыкантов. Творческая семья получается. Творческая, да, все творческие дети. Гуманитарии, все будущие дети, деятели культуры. И искусства. Педагоги, наверное. Хорошо. Насчет педагогов не знаю. Многие хотят, кто на клирос, кто именно иконы писать. Вот. Ну, у них уже есть вот такие мысли послужить Богу. То есть вы им создаете такую почву, да, благодатную. А как они с миром, когда контактируют? У них тяжело, нет тяжело. Таких конфликтов, это проблем? Есть. Вы же проблемы. Знаете, что... Сейчас дети грубые, очень тяжело. В школе особенно. У меня дети даже приходят домой со школы и начинают со мной разговаривать на повышенных тонах. Я говорю, тише, не кричи. Зачем ты кричишь? А видно, этот шум, вот этот гам на них влияет. Они начинают кричать. Ну и, конечно же, бывает разное. Слова, драки.
Мы поклоны, клади поклоны, да? Наказываем. Да? Ну, а как по-другому как выбить? Нет, ну, мальчишки у нас иногда наказание такое, что подтягивание, приседания, отжимания. Да, папа им такие наказалки дает. Добрый вас, папа. Общем, физических да. не наказывайте, да? Ну, физически стараемся, конечно, не наказывать. Я, конечно, воспитывался в другой атмосфере. Но у меня родители были добрые, честные, трудились в правде. Вот, но они были коммунистами. Вот, ну, конечно, в душе каждый христианин, и они родились в такой атмосфере. Но они своего рода тоже были праведниками. И это тоже передавалось. И видите, а у меня, наоборот, жизнь вся была изломана. И разные пути, да? От блудного сына вот, возвращение. Когда ты уже знаешь, нахлебался всего этого, возвращаешься. Это тоже путь. Хорошо бы, конечно, в вашей семье пожить бы недельку. Ну, иногда поджиматься. Вот детям говоришь, дети, вот храните то, что у вас есть. Да, вот мы сейчас это храним, как жемчужину такую. А они вот там-то еще не были. Мы-то тоже оттуда, а они там не были. И они вот не видят разницы, да, в общем-то. Моисей 40 лет водил иудеев в пустыне, чтобы люди забыли состояние рабства. Вот. Чтобы из них это через из поколения, через новое поколение что-то выветрилось. Вот такая история. И вот хочу тоже с вами поделиться песней. Они у меня просто рождаются сейчас сами на по ходу. Себе. Да, я сейчас буду... Я написал стихотворение, но еще не знаю, как оно прозвучит. Это возможно. Да. И у меня где-то в голове вот мелодия есть. И вот мы сейчас как раз поэкспериментируем. Хотя ее можно тоже сделать такую детскую, веселую. Да? Вот надо убрать только «Больно смотреть на свет». И нет, а если сделать же... ее в другом ритме и веселую. Да. И она будет такая детская, позитивная такая песня. Да, что-то такое вот можно было бы. В квадрате окна заря. Да-да-да. Мне кажется, что не зря. Такая, да, в таком теле? Да. Для детей. Да, вы все приспосабливаете для детей, я так понял. Ну, потому что вы этим живете, это ваша жизнь. Ну, я мама, да. Главное... Кто вас научил так жить? Бог. Да? Муж. Что, и муж? Муж у вас игумен в вашей Нет. семье? Ну, семьи, да. Пастырь. Сейчас он сидит там внизу с младенцем. С младенчиком. Геннадий, да, его зовут? Геннадий. Дай Бог ему здоровья.
сидит там. Сидит и ждет. Но на самом деле Гена, он пастырь добрый, в общем-то, наш. Иногда мы, конечно, упрямимся, но я потом понимаю, что надо, надо послушаться. Все-таки ему-то Бог подсказывает, а я-то кто? Как у нас батюшка говорит на службе, на проповедях. Кормилец не погуби. То есть мы должны, женщины, все-таки это помнить всегда. Ох, Гена, да, увидит потом. Муж, глава. Первый после Бога. И ему главная мысль-то дается правильно. Даже если я поступлю по-своему, а не так, как Гена сказал, я потом увижу, что все будет не так, все будет плохо. И я вот иногда, конечно, себя останавливаю и так. Муж сказал вот так. Ну, пастырь добрый, вы сказали, да? Да. То есть все-таки он очень добрый. Ну, я думаю, просто ему все-таки Господь все, все мысли посылает, внушает, все ему дает, да? Господь, да. Как конечно, и что сделать? Семь детей. А мы уже, да. И даже вот иногда наказать, да, ребенка за какую-то провинность. Вот бывает такая провинность серьезная. И вот нужно наказать. А вот сердце-то материнское нет. Не пожалуйста, нет. Но я знаю, что если он его сейчас не накажет, он же может опять. Сказал, надо. Надо. Надо ремень. Наказать. Хотя бы один раз хворостиной дать по рукам, который, ну, например, за воровство. Ну, больно, но зато эффективно. Навсегда, на всю оставшуюся эффективно. Жизнь. Эффективно. Ну, не знаю, мне кажется... Меня отец заставил за курением, за баней. Я там какой-то бычок нашел, там приспособился. И он меня так выдрал крапивой. Я был весь такой, что потом они плакали вдвоем надо мной с матерью, я весь опух от этой крапивы. Вот. Ну, я очень хорошо этот. Ну, все, наверное, урок. Отбило на всю жизнь, правильно? Я потом курил некоторое время, но мне оно не приносило никакой пользы, и я отстал от всего в итоге. Все время вспоминал этот случай. Вот такая школа, да, должна быть. А у вас еще есть песня о доброте. Могли бы исполнить. Да, это у нас хит семейный. То есть я ее пела, наверное, детям даже, которые были еще в утробе. То есть на концертах с выступлениями эту песню. То есть она очень нравится детям, взрослым. Доброта. Что такое доброта, знает даже детвора. Добрым быть совсем не сложно, и добро творить, конечно, можно, если бабушке помог, если выучил урок, если муху не прогнала, с ней в прятки поиграл. Все это доброта, 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 да, да-да-да-да-да-да. Что такое доброта? Видел я вчера с утра, как котят ласкала кошка, и как жук летел в окошко. Но мой брат его не погубил, а на волю даже отпустил. А потом поил он кошку молоком из моей ложки. Это доброта, 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 да, да-да-да-да-да-да. Что такое доброта? Знаешь ты, знаю я. Это блинчики с вареньем испекла нам мама в воскресенье. Хлеба птицам накрошил, никому не нагрубил. И еще добро, когда свою тарелку сам намыл. Вот это доброта, 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 да, да-да-да-да-да-да. Что такое доброта? Это мамины глаза, это папина улыбка, значит, все в порядке, радость близко. Папа сладости принес, если я сестренке вытер нос. И еще друзьям своим раздал, чтоб папа мне купил. Вот это доброта, 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 да, да-да-да-да-да-да. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Да, так. А у вас диск есть, чтобы я мог по утрам слушать ваши песни? Да, конечно, есть. Мы привезли диски эти.
Вот, да? эти веселые песенки. А где можно приобрести, может, что-то захочет? Да я подарю вам. Ко мне? А вот зрители, если захотят. Ну, сейчас, в данный момент, нигде у меня не продаются, если только... Приехать в Подпорожье? Приехать там. Ну, хотя бы написать мне письмо через сайт можно. А сайт есть, да? Да, сайт. Ну, Марина Рогозан. Набираете и выходите на сайт. Есть... Там можно написать письмо. Написать письмо есть, да. И можно получить диски. Можно заказать диски. Да, вот совсем недавно сейчас я... То есть я отправляю почтой свои диски. Здорово. Вот. Концерты у вас сейчас бывают? Концерты я давала, и беременная давала. То есть, ну, постоянно кормящая, беременная. В этом состоянии уже очень много лет. Даю концерты. Здесь в Петербурге, да? В Петербурге, в Москву приглашали. В Краснодар вот мы ездили. И как вы берете всех детей, семерых, и поехали? Нет. К сожалению, пока нет такой возможности. Да, у нас есть бабушка, крестная, которые могут с удовольствием посидеть с ребятками. Конечно, я думаю, что ваше искусство должны слушать люди. Вы сами осознаете, да? Что, ну, я не знаю, если... Что вам Господь такой дар дал, так искренне все об этом... Вы знаете, вот... Говорить. Мне духовный отец сказал так: ты сама не навязывайся, а если зовут, обязательно приходи, это иди, правильно. Пой. И... Ну вот позвали, мы Илюшу в охапку приехали. То есть специально я, конечно, никуда не рвусь, потому что я понимаю, что моя главная, все-таки, главная моя какая? Мама. Это мама, да. То есть я мама, а уже второстепенные мои... действия должны уже по благословению мужа, ну и духовного отца. Спасибо, Господи. То есть, если они позволят, я с удовольствием. Я люблю сама. Ой, у меня... Я готова день и ночь петь. К сожалению, передача подошла к концу. Даже не заметили. Вообще. Дорогие быстро. Наши зрители, с нами была мама семерых детей, папы. Герой папа сидит внизу с младенцем. Марина Рогоза. До скорых встреч. Божьего всем благословения. Ангела всем хранителя. До свидания. Спаси, Господи.